Джейкоб, как бы мне хотелось увидеть тебя еще раз, но во дворец бедные студенты ногой ступить не смеют. Вместо формул и уравнений – сказка о японской девочке. Учитель математики и одновременно замдиректора 46-й школы Людмила Соломатина претендует на звание самого талантливого педагога Липецка. К выступлению готовилась тщательно, учила текст, отрабатывала интонации и даже внешне пыталась перевоплотиться в японку, чтобы и жюри удивить, и ученикам урок преподать. Ратую за то, чтобы в нашей школе было как можно больше таких творческих людей. Я как учитель должна преподать пример своим детям, своим ученикам. И вот, может быть, это будет какой-то такой маленький мой вклад в развитие, в их развитие, в их образование. Пока одни читают, другие настраивают инструменты. Здесь репетируют барды. Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования. Их всех связала любовь к детям и музыка. Но время торопит, возницы беспечно и просятся кони в полет. На сцене уже не разберешь, кто есть кто. Это, например, воспитатель 29-го детского сада. С гитарой не расстается ни дома, ни на работе. Готовит творческие номера с малышами. А это учитель информатики с группой поддержки. Как классно просто жить на этом свете. Вокруг друзья и все, кого люблю. Пение дает раскрепощение. Ведь урок – это работа на публику. А как заинтересовать человека? Конечно, эмоциями. И когда дети видят эмоции, они, конечно, лучше воспринимают материал. В городском конкурсе «Алло, мы ищем таланты» участвуют 250 педагогов, около 90 образовательных учреждений. Здесь не важен ни стаж работы, ни возраст участника. Больше 10 номинаций. Таланты учителей оценивает компетентное жюри. Здесь и начальство, представители департамента образования, и артисты, актеры, хореографы. Победителем и призером данного конкурса устанавливается персональная надбавка в учреждениях образования. Конечно же, будут и призы, и дипломы департамента образования для педагогических работников. Помимо творческих номеров, жюри оценят и работу учителей. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Около 300 рукотворных шедевров. Имена самых талантливых педагогов объявят на следующей неделе. Ольга Бугакова, Дмитрий Кузнецов. Липецкое время.